Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и Жека, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Троллинг прятки в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайкусики под нашими сериями троллинга прятки. Только благодаря вам мы снимаем это видео, а также у нас челлендж. Челлендж, как обычно, он сегодня будет немного простенький, мы просто будем одевать на голову тыкву. И все. Тыкву? Подожди, вот такую тыкву? Вот такую, вот именно вот такую, как у тебя сейчас. Вот. Да, но это еще не все, конечно же. В первую очередь, ребята, ставьте огромные пальцы вверх на наши видосы. Давай наберем на двух видосах по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет продолжение троллинг пряток. Все ведь этого хотят. Я побежал от этого извращаться. Конечно. Все, до свидания. Ой, мама дорогая, ничего не вижу, помогите. А перед началом этого видео я хотел бы тебе представить удивительные сервера Майнкрафт, на которых ты и твои друзья сможете найти себе развлечения. Разнообразие серверов на любой вкус и цвет, никаких лагов и задержек. Добрая и отзывчивая администрация, которая всегда ответит на интересующий тебя вопрос и поможет в любой ситуации. Конкурсы, ивенты и многое другое не дадут тебе заскучать. Так что, что ты ждешь, а? Давай, ссылочка есть в описании, заходи и играй. Как я уже сказал, это просто карта с челленджем, где мы будем одевать тыкву на голову и искать друг друга. Поэтому я эту карту специально построил для этого челленджа, потому что да хренища просто тыква. Но я спрячусь в прям в таком необычном месте, где еще ни разу ни я, ни Жека не прятался. И мне просто будет интересно, настолько ли это прям секретное место, где меня вообще никто не сможет найти. Это все мы выясним как раз таки в этой серии. А перед этим, ребята, я вам по секрету, секрет, не Никому, пожалуйста, никому не говорите. Ребята, у меня уже скоро 2 миллиона подписчиков. 2. И давайте мы наберем эту цифру как можно скорее. Поэтому, кто не подписан, обязательно прямо сейчас вот ты. Именно ты подписывайся на канал и не забывай про колокольчик. Колокольчики, не забывай, да! Только это никому не говорите. Я только тебе сказал. Только тебе подписывайся на колокольчик. Больше никому это не говори. Вот. А мы будем приступать. Да. Пошли к Жиндосу. Пошли. А потом вернемся, не переживайте, конечно же, вернемся, мы его найдем за секунду. Пошли, все, погнали. Евгений. Вы проходите на мою карту, Эдисон. Да, ты тыкву-то надел? Да, я все надел. Я могу проходить, да? Ты не надел. Я надел тыкву. Ты точно надел? Я точно надел тыкву. Все, я надел. Если ты меня обманываешь, то я обижусь. Да все я надел, не переживай, все есть. Хорошо, короче. Суть моей карты. Это необычная карта, где ты меня будешь искать под водой. Да, под водой есть кораблик. Под водой? Вот, и, в принципе, больше на этой карте ничего и нету, поэтому ищи. Мне тебя под водой искать. Это не слишком как-то сложно под водой? А, вот понимаешь, это необычная карта. Необычная. Ну хорошо. Я сначала поищу тебя над водой, а потом уже под водой. Хорошо, давай, ищи вдруг меня над водой. Вдруг ты будешь над водой вдруг. Ну, поищи, давай. Над водой он будет, и все. Ну хорошо, кораблик. Жек, я ни хрена не вижу, я тебе честно скажу. А, да, я знаю, я Эдисон тестировал. В общем, смотри, я тебе специально сделал полегче. У меня тут NPC вообще нету почти. Ну, то есть их очень мало. Очень мало NPC-ов, да, NPC-ов. Поэтому я ни хрена не вижу. Я это все, конечно, понимаю. Нет, это нехорошо, это плохо, потому что я ни хрена не вижу. Подожди, я спампоин поставлю, хорошо, а то где мне его поставить? Да, хорошо. Ой. Ну давай, ищи меня. Я! Ну что, Эдисон, ты вернулся, да? Я вернулся, да. Все работает. Ну ты меня ищи. Ты водичку, да, будешь? В воде-то... Жек, у меня вотербрифинга нету. Ой, подожди, я сейчас тебе водичку волью. Вали. А как, ну я буду умирать как бы много раз, и чё? Ага, ты мне каждый раз должен давать вотербрифинг, вот. Понимаешь? Да. Жек, это нереально, я тебя так сажу, тем более под водой. Ну как мне передвигаться вот тут вообще? Ну, Эдисон, я тебе дам подсказку. Можешь исследовать только корабль и все. В остальных местах можешь вообще не исследовать, потому что там нет. То есть только корабль, да? Ну как бы еще всякие штуки есть, но это подсказка, я понимаю, что очень сложно, поэтому исследуй корабль. Корабль исследуй. Мать твою, это так сложно, что просто вообще. Они очень сложно, понимаешь? Ну ты можешь другие вещи под водой не исследовать, понял, да? Я все понимаю. Ой, да, ты-то, наверное, да, понимаешь. Да твою-то мать, а! Так,
Эндемор, Элдамор меня убил. Так, хорошо. Хорошо. Элдамор какой-то меня убил. Жека, ты на самом деле очень мало места. Где ты вообще тут? Я как бы все уже обчекал, тебя тут нет. Тут вот видишь, как бы да, очень мало места. Ну, видимо, там есть какой-то, может быть, секретный проход. Да я вижу, что тут построил какую-то хрень, какой-то тоннель отсюда. Фиг его знает, куда он идет на самом деле, но... А ты смог уже попасть в этот тоннель? Как раз таки нет, я просто вижу, что тут есть какая-то постройка, а как ага! туда попасть? А если я тебе сказал, что это только в корабле, то, может быть, в корабле есть секретный проход? В корабле есть проход? Ну, он как бы не секретный, там нет никаких невидимых блоков, понимаешь, там все открыто. Да-да, я все прекрасно понимаю, все прекрасно, ясно, понятно, да-да. Что-то мне кажется, что ты ничего не понимаешь, Эдисон, ничего ты не знаешь. В смысле? Эдисон Перец. В смысле ничего я не знаю? Ну, как бы я нашел секретный проход, давай мы с этого начнем, да? А, да, ну я просто твой никнейм не вижу, поэтому как бы и сорян. Почему ты не видишь мой никнейм? Ну, может, это под водой просто не видно, ну, не знаю. Все тут видно, все тут есть, не переживай. Ну как бы, а тут ничего нету в этом секретном проходе. Читер. Ты читер. Ты там прошел? Да, я прошел, тут просто золото и два скелета. Ну, хорошо, может что-то там еще есть. Кто? Никого нету! Просто здесь нас ты пошара немножко. Ну это нормально, это нормально. Нет, не нормально, потому что тут никого нету. Строят какие-то нереальные карты просто. Ай! Давай, Эдисон! Чё ты окаешь? Давай, да, подсказочки. Подсказочки? Хорошо. Давай. Как я тебе так не знаю какую-то подсказку? То есть я тебе сказал, можешь другие вещи под водой, кроме корабля, не исследовать? Ну я как бы уже все исследовал, я просто ни хрена не вижу. И дальше? И чё дальше? Логика. Продвигаемся. Логика, какая логика? Ну смотри, я сказал, все под водой, кроме корабля. Можешь не исследовать, только корабль. Только корабль, да? Все верно? Все да, верно, да? Да. Только корабль, только. Да. А что? Ну ладно. Ты должен сам логически додуматься. Я уже три раза, так знаешь, типа, выделил это слово, выделил слово, которое тебе нужно. Кроме корабля, значит, только корабль. Да. Я не знаю, какие у тебя сверхъестественные подсказки, какой там скрытый смысл. Ты всё сказал под только... водой, ага. Кроме корабля. Ну. Ты можешь не исследовать. Все под водой, хорошо, подсказка. То есть, если ты говоришь все под водой, значит я над водой могу что-то найти, да? Суть, да? Возможно, я не знаю. Да, но по сути, над водой тут ни хрена нету, я тебе так скажу. Да, может просто. Нет, может просто тут ничего нету на самом деле. Да, ты уверен? Я уверена, да, я уверена. Да, ну хорошо. Раз нет, так нету. Но я тебе ничего не говорил про то, что над водой! Да ладно! Да! А чё это за скелетон, да, который... Это труп какой-то, не знаю. Труп, да? Всплыл. Всплыл труп. Я как бы понял, твой намек изначально, но суть в том, в чем суть? То, что я изначально уже все прочекал вот тут. Понимаешь? Да? Да! Ты все прочекал над водой? Да, я все прочекал над водой. Я не знаю, возможно, это какой-то баг, если ты меня не видишь. Я тебя не вижу. Ну хорошо, подожди, давай так, вылезем над водой. Если это реально так, то я перед тобой извиняюсь, но я не знал, что это... Я прыгаю, видишь меня? Охренеть, и как я должен был туда забраться? Тут как бы есть даже подъем туда наверх. Какой подъем? С другой стороны, смотри, с другой стороны обойди. Вот тут есть паркур такой. Окей, подожди. Окей, сейчас, подожди. Стой там. Паркур у него есть, да? Да, вот сюда, и вот здесь ты меня бьешь. Ага, и как я должен был там тебя увидеть, если я отсюда даже тебя не вижу, то, что ты там торчишь? Окей. В смысле? Как я должен был вот... Ну так надо было прочекать! Как, если я прыгаю, я тебя даже не вижу, потому что ты маленькая рыба, понимаешь? А, в смысле, ты меня не видишь? Когда нет! Прыгаешь? А почему? Потому что ты мелкая рыба, паскуда! Нет, я не... Немо тут в поисках я должен ему устраивать! Капут просто! Мелкая рыба какой-то там на льдине, знаете, лежит, я прыгаю, я вообще туда забраться никак не могу, я его никак не вижу! Ты же можешь, ты меня видишь! Да! Я убежал с этого, как это там, битва экстрасенсов нахрен, я с ТНТ убежал, и я знал то, что ты там есть, потому что я тебя никак не видел. Фу, ты, конечно же,
над водой. Ты молодец, Жек. Ну, не, полетал, ну хорошо, если бы ты там превратился в кого-то там тюленя огромного или еще кого-то там есть. Хорошо, но ты рыбка мелкая. Ну, там я тебя даже не видел. Нет, еще знаешь, в чем суть? У тебя паркур даже на самую вершину вот этой льдины не заходит. Да, в этом-то и дело. Да в этом-то и дело, то, что ты маленькая рыба, и даже когда я прыгаю, я тебя не вижу, понимаешь? Потому что ты по центру блока находишься. Даже не, когда я все время, в том блоку лежал, я просто перебегал, чтобы тебе было удобно. Ну это же... Не, я серьезно. Ты что-то не продумал, я тебе так скажу. Не, в смысле, я лежал... Не, ну подожди, надо было сделать хотя бы, чтобы я к тебе наверх мог забраться. А ты, то есть, ты спрятался в той точке, где я вообще не могу к тебе забраться, понимаешь? Так уже было миллион раз. Ну это что-то дурное. Я думал, я забыл тыкву взять, я не забыл. Я иду. Я проверю, как ты взял тыкву. Давай. Я тут, знаешь, кое-что забыл? Да, Что ты в тыкве был все это время? Я думаю, что ты меня можешь, почему ты меня мог не видеть? Потому что я тебя тестировал и видел. Потому что я реально в тыкве как бы был. Да, я что-то, я теперь понимаю, ничего не видишь в тыкве. Давай. Теперь я это понял. Ё-моё! Так, хорошо. Нет. Ай-яй-яй, кто там тебя убил? Караган, это явно не ты. А где ты был вообще? Ну хорошо, ты меня не видел, значит хорошо. Так, это не специально, да, если потеряем поставил? Да, я специально, карта у меня построена в тыквенном мире, можно так сказать, я не знаю, как это объяснить. Специально под... Хэллоуин. Да, специально под наш челлендж, понимаешь? Тыквенный челлендж, вот так можно сказать, тыквенный. Тыквенный челлендж, вот понимаешь? Много тыкв, на самом деле. Вот я не люблю тыквы, я тебе честно скажу. Вот прям... Я однёрочка убила, понимаешь? Однёрочка? Вот прям секрет тебе, вот такой, всю душу откуда... Твою мать, ты что там делаешь, придурок? Взрывается что-то тут. А как мне теперь выбраться? Я не могу... А что ты там делаешь вообще? А тут какая-то мина стояла просто. Мина? Ну ты осторожней с этой тыквой, ну как бы. Да что ты там взрываешь, Жека? Какие мины? Да твою мать, я теперь не могу вылезти. Мне нужно... Как мне? Можно я блок поставлю, чтобы залезть? Ну, я и можешь умереть, допустим. Ну, а как эти, как я умру? Kill. Эдисон, мне вот это вот эти вот дырки теперь не нравятся тут. Да? Да, это плохо на самом деле. Да, я согласен. Ну ты ищи, Жиндос, ты ищи, может меня найдёшь. А чё я в блоке проваливаюсь? Ай-яй-яй, я не знаю, в каком блоке. Ну понятно, тут госблоки, значит, да, стоят? Не, ну это я случайно, наверное, поставил, что там нет. Ну ни хрена себе, тут весь лёд из госблоков сделан. В смысле весь лёд из госблоков? Ну, весь лед это госблоки. А чё за хрень? Я реально тебе скажу, я не делал никакие госблоки на этой карте. Ну давай просто... так, я спрошу, мне нужно на этот лед залезать просто? Тут везде госблоки. Не, вообще не нужно. Вообще. Я не знаю на самом деле, как они там появились, но я ничего не знаю. Так, хорошо, я вижу еще одну мину, мне нужно ее срочно взорвать. Да не надо ничего взрывать, оставь в покое эти странные мины. Подожди, а как мне ее взорвать? А не надо ее взрывать. Она как-то под блоком, ну подожди. А зачем ее взрывать, я тебя еще раз спрашиваю. А мне нравится взрывать. Нет, ты давай меня будешь искать, хорошо? Опа. Взрывает, там взрывает, непонятно. Ну мне же нравится взрывать твою карту, это же такое заслуждение, взрывать твою карту. Да ничего, я перестрою, я перестрою. Нет, тут самое главное, чтобы меня смог найти, а потом уже старался, не старался. Давай, ты ищи меня. Ты старался, я взорвал. Да ничего. Если ты меня не найдешь, то будет. А так вот. Не, на самом деле, я очень просто спрятался. Вот я прям сейчас перед тобой стою. Вот увидел меня, вот все, пробежал. Вот опять увидел, вот опять пробежал. А, я опять посмотрел, опять пробежал. Понимаешь? Ай-яй-яй, смотришь, ай-яй-яй, смотрит на меня. Ай-яй, уже не смотрит. Если я как бы вот... Ай-яй-яй, опять посмотрел. Не смотри мне в глаза, Евгений, не смотри в глаза. А я могу вертолеты ломать? Нет, не, лучше не надо. Как бы они дорого стоят. Хорошо. Так, тут что-то непонятно. Подожди, а у тебя ник вообще включен? Нет. То включи ник, а то я тебя не вижу. Я забыл. Ага, значит вот здесь ты меня видела, там... Ага! Подожди. А как мне туда залезть? Куда? Вот так? Куда, Евгений, тебе нужно залезть? Падла! Куда тебе нужно залезть? А, Кокараган тебя убил, да? Да, наверху, там на деревьях снеговики сидят. Да. Только я не знаю, как туда залезть. Да, вот сейчас я уже вижу твой ник, да, все нормально, все хорошо. Если мне не нужно туда залезать, я не могу туда залезть. Я не знаю, я вообще не представляю. Есть карта, на карте где-то я, тебе нужно меня найти. Не, ну типа, я там могу залезть? Не знаю. Не останет меня Кокараган. А куда ты вообще сейчас залазь?
Ну там на дереве Кокораган сидел. Кокораган? Ну значит тебе на дерево не нужно, мне так кажется. Ну там снеговик сидел, и там лед. А ну это просто, такое, типа, снеговик там сидит. Ну к этому снеговику тебе, наверное, не надо. Да что там взрываешь? Мне нравится взрывать. Подожди, я не понимаю. Я тоже не понимаю. Не, ну давай рассуждать логически, да, логически. Где я спрятался? Рассуждай. Падла, не могу догнать. Я не знаю, где ты спрятался. Это сложно, да? Это очень сложно. Да. Ну ты, раз ты меня все время видишь, ну, почти всегда. Ну. Если бы где-то в начале, значит, где-то в начале спрятался. И где-то прям сверху, наверное. Шерлок Холмс, можно так сказать. Да, молодец, Евгений, молодец. Может быть, ты вообще где-то тут где-то спрятался, и я просто тебя не вижу. На начале карты где-нибудь. Я не знаю. Я честно не знаю, где я спрятался. У меня амнезия, я все забыл. Вот где-то там, вот что-то на карте где-то спрятался. Вот. Да? Да. Слушай, даже подсказки хочу. Подсказки! Подсказки. Ну точно не на деревьях. Точно не на деревьях. Вот это подсказка. Точно не на крыше. В общем, где-то даже не на начале карты. Я тебе вот прям такую гигантскую подсказку дам. Гигантскую, понимаешь? Ну, гигантская точно не на начале карты. Да, ну, в принципе, в принципе, да. Значит, ты где-то... Я не знаю, где ты можешь пойти. Да чё ты там взрываешь-то? Подожди, а ты так... А, нет, хорошо, не буду. Так уже не на деревьях, не на доме и не в начале. Да. Там где-то у нас еще кладбище. Ну хорошо, ничего не буду говорить. Ой, я на кладбище уже был, если Ты там все. Ну хорошо. Если ты там все прочекал, прям все, то хорошо. Значит. Ну, кладбище со снеговиками, да, типа? Не знаю. Может быть, может нет, я не знаю. Чё-то я не понимаю тебя. Я тоже не понимаю, на самом деле. Я сложно говорю, такими прям. Ты скрытые проходы, что ли, или что? Нет, ничего там нету. Никаких скрытых проходов. Все видно, все понятно. Вот. Я тебя жду. Честно скажу, я тебя жду. Уже где-то 6 минут. Жду, пока ты придешь. Вот. Я не понимаю. Я жду. Ты не приходишь, Я даже не бегаю, понимаешь? Я просто на одном месте. Вот. Я на одном месте. И туда ты можешь попасть, не как у тебя на карте. Туда ты можешь прийти, сказать мне привет и убить, понимаешь? Ага. То все просто. На самом деле, я чего тут жду. Да, вот. Я понятия не имею, честно тебе скажу. Да. Если я... говоришь про кладбище, на кладбище, ну я всех уже потрогал. А, ну значит не на кладбище, да, значит не на кладбище. Значит не на кладбище? Да, значит не на начале карты, значит не на кладбище, значит не на деревьях, может, и значит... в тыквах? Не, и, ну, я же сказал... А тыквы-то считай за начало карты? Ну, сколько ты меня уже ищешь, на самом деле очень долго, поэтому нет, не считается. Точнее, да, считается. Всё то считается. Есть от начала карты, правильно? Да, тыквы, я тебе уже столько подсказок дал, то что ты меня должен найти за 5 секунд. Давай, 4, 3, 2, 1. Не нашел. Ты проиграл, Джек. Я не знаю, где ты. Ну, точно не в тыквах, не в лесу, не на кладбище. Ну, где еще кладбище? Не на крыше, не в доме, что ли? Я не знаю, на самом деле, вот. Я уже заколебал себя искать, поэтому... Давай, убивай меня, Джек, убивай. Я не понимаю, где ты, как я тебя убью. Так, подожди, может реально в доме где-то? Тут еще и десны всякие стоят. А. В смысле? Не, подожди! Как бы у меня охрененная Подожди, у меня зелье закончилось, да? А, я понял, ты типа как тыква стоял да, на... Да, я как тыква... Да? А, ну подожди, ну это не считается, твою мать! Ты меня так никогда в жизни не нашел. Ну это я согласен, да, это прям жестко. Но у тебя зелье закончилось. У меня зелье закончилось, но ты меня реально никогда не нашел, мне так кажется. Это пипец, реально, а это клевая идея. Ну вот. Ой, жалко, что только 8 минут. Я реально бы никогда в жизни не нашел, то есть я подумал бы, что это блок, а бы даже не стал на него тыкать. Вот именно. Ну, как бы ты понимаешь, что изначально... Это мое место. Вот, понимаешь, ты туда изначально прибежал, я думал, ни хрена себе, Жека меня сейчас уже найдет. Посмотрел на меня, подумал, что я тыква и убежал, да? Ну блин, как так? Ну вот. Твою мать, ну не, Жек, ну так нечестно, ты меня реально никогда не нашел. Есть не странное зелье, по которому я даже забыл.
Ладно. Вот-вот, забыл, вот поэтому и... Поэтому я выиграл. Ну, хорошо, хорошо, что ты признаешь, что я выиграл. Мне очень приятно. Нет, спасибо. Да, спасибо. Я нашел, как бы ты своя вида. Спасибо за поздравления. Ребята, ставьте огромный палец вверх. И на мой, и на Жекин видос, конечно же, давай наберем по 15 тысяч лайков, и сразу же выйдет следующая серия троллинг-пряток. Я так спрячу, что Жека меня точно никогда в жизни не найдет. Ну, это мы еще посмотрим. Вы, ребята, не забывайте также подписываться на наши каналы. Это для вас всего лишь 2 секундочки, а нам будет очень приятно. Да, ребят, спасибо огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока. До свидания.